Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Данте, добро пожаловать на мой канал, и мне каким-то чудным образом выдали лидерку ночных волков на сервере Arizona RP Saint Rose, где по-прежнему работает мой промокод, вы можете его ввести, получить денежки халявные, и если что, если вы хотите все-таки его ввести, то заходите в описание, но не закрывайте его, потому что оно вам сегодня еще понадобится обязательно. В принципе, ребят, перейдем сразу к делу, мне выдали на Saint Rose лидерку волков, ночных волков, это банда в гетто, если кто не знает, и капты уже начинаются в воскресенье, поэтому я всех зову, всех своих подписчиков зову ко мне в банду, и сейчас я буду рассказывать вам, как вступить в мой капт состав, потому что сделать это достаточно, с одной стороны, нелегко, а с другой стороны, это времени долгого прям не возьмет у вас. Да, и совсем забыл, я сейчас хочу обратиться просто ко всем своим хейтерам, которые говорят, что я гостник, я не вывезу эту лидерку и просто не захвачу даже ни одной территории. Ебал, завали, блядь. В принципе, ребята, меня поставили 28 февраля на эту лидерку, и, соответственно, мой срок заканчивается 28 марта. И что планирую я сделать на этой лидерке? Конечно же, взять сотку, как мне сказал Падре Суренес, наш главный следящий за гетто. Ну, или не главный, я не помню. И, блин, может быть, я сотку и не возьму, но за территорией я буду сражаться, потому что я имею в этом опыт. Я уже был на лидерке в гетто, да, но это, правда, было пару лет назад. И не на Аризоне, а совсем на другом проекте. Но это особо дело-то не меняет, потому что опыт я имею, стрелять я тоже как бы вроде как умею. И в конце концов у меня есть опытные девятки, которые шарят вообще в нынешнем гетто и будут мне помогать набирать состав адекватных и крутых парней, которые тоже хорошо стреляют и так далее. К тому же у нас очень хороший союз, а именно Рифа и Балас, которые себя хорошо сейчас проявляют в захвате территории. И в принципе у нас сейчас уже, наверное, больше 50 территорий на троих, и нам осталось только задавить Грув и Ацтек, что мы по-любому, мне кажется, сделаем. Хотя они, конечно, нам будут давать отпор, но ладно, я не буду прям очень сильно кричать и говорить, что мы все, всех уберем просто и так далее. Но, конечно, мы будем пытаться, мы будем стараться, и не без вашей помощи, друзья. Поэтому сейчас мы, наверное, перейдем к тому, что вы так уже, наверное, ждете долго. Перематывайте этот ролик. Перейдем к тому, как попасть в мой капт состав. Для начала необходимо зайти в мой паблик ВКонтакте, который называется Данте YouTube Channel. Нет, я его не хочу таким образом распиарить, просто мне так будет достаточно удобно проверять новые анкеты и так далее. Кстати, о анкетах. Вы заходите в моем паблике в обсуждение, которое называется капт состав, и находите там анкету, которую нужно заполнить прям от и до. И самое главное в этой анкете — это видеоролик, который вы должны снять, ну, на любом сервере, на котором можно держать оружие в руках. То есть самый, по-моему, идеальный вариант — это Monster. Сейчас подробненько расскажу, как вообще это надо все сделать. Вы заходите на любой сервер, опять же, как я уже сказал, в начале ролика в чат пишите ваш ник на Saint Rose и пишите что-то типа для Данте, для капт состава, Night Wolves, там ночные волки и так далее, чтобы я понял, что ролик авторский, а не откуда-то вы его взяли. Затем просто начинайте стрелять, и не обязательно давать полный килл-лист, там как-то прям вообще плюс цешить жестко, что прям я аж вспотел бы, смотря ваш видеоролик. Нужно хотя бы просто убить парочку человек, показать ваш скилл, ваш навык владения оружием, чтобы мы поняли, что вы не какой-то там лох, а вы достойны сражаться в гетто на Saint Rose и захватывать какие-то территории. Поэтому мы будем давать дорогу новичкам, и не обязательно быть прям жестким тащером. Поэтому заявки может писать каждый, кто хоть раз вообще стрелял в сампе, кто убивал кого-то и так далее. В принципе, ребят, что я хочу еще сказать. Сейчас мы ведем активно набор, принимаем подписчиков моих на 4 ранг. Если вы хотите вступить просто на печеньку, там повозить материалы, всякие патроны, помочь нам с этим делом, то приходите на район, примем вас на 4 ранг, потому что с 5 ранга начинается уже капт состав, и, конечно же, те, кто сейчас вступил, тоже могут потом в дальнейшем получить уже ранг, вступить в капт состав, если вы, конечно же, заполните эту анкету. В принципе, это, наверное, все, что я хотел сказать. Поэтому, друзья, буду ждать вас у себя в банде. Буду ждать всех гетто-тащеров, блин, крутых пацанов. Поэтому всем спасибо, ребят, за просмотр. Надеюсь, что вы меня все услышали. Если остались у вас какие-то вопросы, то задавайте мне их ВКонтакте. Буду ждать пост каждого. Обязательно ставьте лайк под это видео, чтобы его как-то распространить. И надеюсь, что мы, блин, затащим. Ёлки-палки. Да я не надеюсь, я в этом уверен. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был я, Данте. Всем желаю огромной удачки и всем пока-пока.